Добрый день, меня зовут Денис Аникин, и я генеральный директор бренда Александр Богданов. На сессии мы обсуждали перспективы франчайзинга. Дискуссия получилась очень разнообразной. Не все сразу же согласились с мнениями, но согласились на главном, что перспективы у франчайзинга есть. И сейчас в ситуации отсутствия зарубежных брендов для нас это огромная возможность. И франчайзинг – это один из способов быстро расширить присутствие наших российских брендов. CPM – самая уважаемая выставка в России, фэшн-выставка, и она продолжает свою важность нести и расширять представительство российских брендов, особенно в последние годы, и даже это с начала примерно 2014 года, наверное. И поэтому это такая площадка, где мы еще раз в полгода встречаемся с клиентами, убеждаемся, что мы в правильном направлении двигаемся, поэтому мы с большой благодарностью к CPM относимся, и особенно в части организации деловой программы, где мы на панельной дискуссии можем встретиться и из разных немножко сегментов, ценовых, каких-то вкусовых сегментов, обменяться мнениями, это очень ценно. Хочу отметить наш бренд Александр Богданов. Мы рады, что у нас есть клиенты, и мы ждем еще новых клиентов. И с каждой выставкой появляется все больше новых брендов, и это очень здорово, потому что конкуренция всегда порождает более качественный продукт. И мы начинаем замечать, что за последние годы, даже еще вот до 2022 года, многие российские бренды уже намного точнее начали определять предпочтения наших русских девушек, клиенток. И сейчас, конечно, в каком-то смысле трудно будет вернуться уже зарубежным нашим коллегам обратно.